Всем привет, друзья! Вы на канале о рыболовных монтажах Плюмбум. Сегодня мы свяжем элементарный монтаж, который могут сделать все, и в то же время очень уловистый, безотказный. Что нам для этого нужно? Пружина. Пружина нужна удлиненная. В данном случае это переделанная убийца карася, пружинка для убийцы карася. Как ее сделать, удлинить, показано в предыдущем видео. Можете посмотреть. Она сантиметра 4 до 5. Грузило. В данном случае горизонт, так как монтаж рассчитан на дальний заброс. А горизонт 60-граммовый. Ну, можно использовать любой вес, конечно, рассчитан на дальний заброс. Крючки, естественно. Петлевяз. Ножницы. Ну и основной шнур. В данном случае у меня нить 0,45. Можно использовать леску, но то есть это не принципиально. Ну, я использую в своих монтажах нить. А, ну и бисер нужен. Либо можно использовать, если вы используете в качестве основной нити, основного шнура леску, можно использовать силиконовые стопора. В общем, собираем. Берем груз, основную нить, одеваем грузило. Методом петля в петлю. Затянули. Выше в 7 сантиметрах, 5-7 на глаз делаем один узелок. Берем две бисерины. Одеваем. Так, это не подходит. Раз. Между этими бисеринами будут крепиться поводки. Два. Дальше идет очередь нашей удлиненной пружинки. Одеваем пружинку. И за ней опять же одеваем две бисерины с обратной стороны. Раз. И два. Вот так вот это выглядит. Чуть выше последней бисерины вяжем один узелок. И в конце петлю петлевязом. Ну, кому как удобно. Можно карабин привязать. В общем, что угодно можно привязать, смотря как крепиться будет к основному шнуру вашего удилища. Затянули петлевязом. Лишнее обрезали. Так, вяжем крючки. Ну, крючки вязать я не буду, чтобы не тратить ваше время. Вот два готовых поводка. Вот эти крючки использую. И крепим их методом петля в петлю между бусинами, бисеринами. Раз. Два. Получился у нас острые крючки. Вот такой монтажик. Повторюсь, монтаж безотказный, проверенный временем. Летит далеко, ловит отлично.